Саки, судя по всему, очень привык к тому, что за ним ухаживают, вычесывают, купают. Он выполняет хорошо команды, ведет себя спокойно, как с людьми, с детьми, так же самое и с другими животными. Порода очень похожа на акиту. Мы дали ей кличку Аки. Эта собака очень добрая, игривая, активная, коммуникабельная. Как с животными, так и с людьми она очень хорошо контактирует. Прекрасно подойдет семье, одиноким людям. Ее нельзя, нежелательно держать на привязи. Желательно лишь бы либо открытой местности, либо же вольера. Собака еще очень молодая. Ее нельзя, нежелательно держать на привязи. Желательно лишь бы либо открытой местности, либо же вольера. То бишь идеально подойдет как и в квартире, так и в доме. Собака попала к нам в центр в очень ужасном состоянии. На ней было очень много блох, клещей. Собака, можно сказать, была в депрессии. Очень загнана, очень, так сказать, зашугана, пугливая. Забрали мы ее от женщины, которая воровала животных. Вместе с Аки мы забрали Томми Джерри, Стаффа, Пекинеса. Сейчас все собаки находятся в хорошем состоянии, в том числе и Акита. Собака добрая, классная, веселая. Приходите, забирайте. Собаки – не виключення. Подаруй їм довгоочікувану родину. Звертайся за номером, який бачиш на екрані.